Что такое перекись водорода? Какими лечебными свойствами он обладает? Как используется в домашней медицине? Смотрите видео до конца, узнаете, как можно использовать перекись водорода в домашних условиях. В каждой домашней аптечке обязательно присутствует перекись водорода. Но правильно ли ее используют? В каких случаях применяют? Что такое перекись водорода? Перекись водорода по химической структуре представляет собой пероксид водорода. Это вещество, в котором на два атома водорода приходится два атома кислорода – H2O2. Вступая в химическую реакцию, пероксид водорода отдает один атом кислорода, чем проявляется умеренная окислительная активность. Полученный таким образом атомарный активный кислород выполняет в организме целый ряд действий, участвует в метаболических процессах и восстановительных реакциях. Средство используется как внутрь, так и наружно, применяется в косметологии, способствует обеззараживанию ран и насыщает ткани кислородом, а значит энергией. Перед продолжением видео подпишитесь на канал, мы рассказываем только о доступном и полезном. Какими лечебными свойствами обладает? Важными лечебными свойствами перекиси водорода являются активное участие в обмене веществ, способность провоцировать образование лейкоцитов, является антиоксидантом, приводит к разрушению многих бактериальных токсинов, нейтрализует их влияние на клетки, антисептик широкого спектра действия, насыщает кровь и ткани кислородом, энергией, повышает восстановительную активность, принимает участие в контроле и восстановлении кислотно-основного состояния крови, способствует расширению сосудов, приводит к улучшению микроциркуляции и капиллярного кровотока, ликвидирует застой крови в мелких сосудах, помогает работе эндокринных желез и желудочно-кишечного тракта, приводит к ускоренной регенерации тканей. Для внутреннего и наружного использования применяется разная концентрация пероксида водорода. Выпускается в виде 3% раствора. Наружно используется в неразбавленном виде. Внутрь применяется по каплям, которые добавляют в воду. В комментариях напишите, как вы используете перекись водорода. Как используется в домашней медицине? Перекись водорода применяется для обработки открытых ран с помощью размягчения патологических образований в области повреждений. Для очищения наружного уха от серы используется для полоскания горла и полости рта. В последнем случае применяется раствор 1 чайная ложка на стакан воды. Так применяется перекись в официальной медицине. Но у нее еще много возможностей, что и нашло применение в народных рецептах. Промывание носа при гайморите и насморке, добавляя на 20 мл воды 15 капель перекиси. Чтобы уменьшить боли при остеохондрозе, накладывают под компрессную бумагу или полиэтилен на проблемную зону марлю, смоченную перекисью водорода. Держать такой компресс надо не более 15 минут, чтобы не вызвать ожог. Когда сильно болит зуб или горло, то 4-6 раз в сутки полоскают раствором теплой воды, в котором на 100 мл растворена чайная ложка перекиси. Чтобы прекратилось кровотечение из носа, ватный тампон смачивают перекисью и вставляют в носовой ход на 10-15 минут. Для размягчения огрубевшей кожи на пятках делают ванночки, в которых используют на 4 литра теплой воды по 3 столовые ложки перекиси и соли. Если кожа лица склонна к повышенному выделению жира, образуются черные точки, то для протирания в тоник добавляют на 50 мл 5 капель перекиси. В основном перекись используют наружно, однако есть разработанные методики применения препарата внутрь по определенным схемам, например, по Неумывайкину. Перед проведением такого рода использования перекиси водорода следует посоветоваться с лечащим врачом.